Артем Бесіда, капітан колективу Кубан Старс. Знову перемога, знову з великим рахунком, але знову, як мені здається, такі небажані, неприємні, непотрібні пропущені м'ячі. Як плануєте з цим боротися? Ну як? Не випускати мене на останні хвилини, я пригнувся, дев'ятка летіла. Хотів, щоб ваш вратарь проявив себе, витягнув з дев'ятки, не вийшло. А взагалі, спасибо команді «Еверплей». Хороша команда, наші друзі. То есть хорошие знали, что будет тяжелый матч. В принципе, ну, я считаю, как бы счет по делу 6-3, мне кажется, это как раз таки то, что отображало сегодня на поле. То есть, мне кажется, идеальный счет, ну, как для нас. Будем бороться за чемпионство и желать сегодня Genius Marketing, чтобы они отбирали очки у Кавказа добывания для того, чтобы была интрига. Вот здесь так вот сказать. Ну, там справді буде дуже-дуже гаряче. Да. Буде дуже гаряче, і вообще Суперліга сьогодні, ну, 4 команди на сьогоднішній день претендують на чемпіонство. І якщо все-таки Genius відберуть очки, то я думаю, що це буде ще більш лихо закручений сюжет. То есть, как бы, якщо Украс побеждає, то процентів на 90 вони чемпіони, що, как бы, дуже удивительно, ну, ніхто не ожидав, да? Но я думаю, что Genius сегодня должен дать бой, забрать очки. И как бы в последних турах, когда мы будем играть с Geniusами с Разумной, это будет праздник футбола для всех болельщиков и для нас, игроков, которые будут на поле. Що ж, я вас зрозумів, я вас вітаю ще раз перемоги і бажаємо удачі в наступних поєдинках. Олександр Зайчук, капітан колективу «Еверплей». Важкий поєдинок для команди, для вас, але в цілому от три м'ячі спромоглися забити, причому останній дуже красивий. І перший також. Як думаєте, можливо, якби змогли переламати хід поєдинку, от завдяки чому? Чого не вистачило сьогодні? Ну, для начала хочу поздравити нашого друга, товариша Руслана з рожденням дочки в прямому ефірі. Русик пусть росте здоровий, красивий, умний, як папа. Вот. Во-вторых, ну, вы играли с, ну, с очень сильной командой. Я думаю, это команда уровня киевской высшей лиги. Вот. Там есть игроки из экстра-лиги, все знают, да. Я не знаю, старались бороться, бились, думаю, получилось, но, конечно, класс игроков там чуть, наверное, чуть повыше. Вот. Немножко судейство, конечно, расстроило. Потому что, ну, правильно говорят ребята, если есть фол, свисти. Есть фол, свисти. Это выборочно, туда свистим, туда не свистим. На Курдосе там был чистый фол, я считаю. Ну, а то, что не сдержал эмоции, ну, не знаю. Когда проигрываешь, всегда, наверное, сложно сдержать эмоции. Тем не менее, хочу сказать, что игра была очень корректной и боевой. Спасибо сопернику. Ну, сезон провалили, конечно. Но везде проигрывали с боем, я считаю. Вот. Посмотрим на весну, будем заявляться, не будем, не знаю. А як думаєте, можливо, от Суперліга – це занадто великий шмат пирога, який ви відкусили так? От, можливо, трошки в голді, можливо, варто? Ну, а в голді що? Тут же покупонний, та же Разумна в ліце 7-стор. Ну, там, поміж, ну, скажімо так, да. О, да нет, я считаю, что в каждом матче надо играть на победу. Мы в каждом матче играли на победу и заняли второе место в группе и вышли в Суперлигу. Заняли бы третье, играли бы в Волгу. Вот. Ну и как по мне, все-таки интересно играть с такими командами, чем с другими. Не буду обижать никого. Вот. Сами виноваты, я считаю, мы не слабее многих команд есть. Вот. Просто отношение немножко такое фривольное, скажем так, и немножко не повезло в некоторых моментах, вот и все. Вот, посмотрим, да, если на весну, то, может быть, попробуем в Волге, там, потому что хочется уже медальку какую-то повесить. Добре, я вас зрозумів, Олександре, удачи вам. Спасибо. Дякую.